Of what use is a dream, if not a blueprint for courageous action? Привет! Недавно на втором канале я показал, как я делал прихожую из поддонов, и ровно повесить верхнюю часть не помог вот этот лазерный нивелир, про него сейчас вам и расскажу. Это лазерный уровень Hiburu 4D Omicronic в полной комплектации с ценой до $100. Комплектация уровня просто царская. Есть все что угодно. Еще и чемодан отличного качества, сделан из жесткого пластика. У него удобная ручка и надежные защелки. Такие комплектации далеко не у всех производителей. Внутри с вырезами под инструменты установлен мягкий упругий ложемент. Сверху тоже мягкая подложка есть для сохранности инструмента. Полный комплект у нас такой: лазерный уровень, база 360 градусов, пластиковый кейс, лифт-ап-платформа, металлическая крепежная пластина, центровочный переходник и два кронштейна. Один для работы на высоте, второй наклонный, с резьбой 5 восьмых. В наборе также есть два аккумулятора 5000 мАч, зарядное устройство, пульт дистанционного управления, штатив на 1 метр и переходник с 5 восьмых на 1 четвертую, и еще и переходник для магнитного кронштейна. Инструкция на русском языке и гарантийный талон с печатью. Также в комплекте идут очки для лазерного уровня. Они помогают лучше видеть луч в условиях яркого освещения. Но качество у очков слабенькие, они немного хлипкие, да и искажают немного пространство. Этот 4D уровень может отбить 16 линий, 4 плоскости, 2 вертикальных и 2 горизонтальных. Пользователь может включать все сразу или использовать меньшее количество этих же линий. Для управления есть сенсорные кнопки на корпусе прибора. Также управлять лазерным уровнем можно при помощи пульта дистанционно. Есть верхний и нижний горизонт, которые обеспечивают удобную работу с разными поверхностями. Прибор можно устанавливать на платформу, базу или штатив, располагая лучи на подходящем для работы уровне. Есть световая и звуковая индикация. Она сработает, если угол больше, чем прибор может выровнять автоматически. После чего он отключится, что предотвратит некорректную разметку. Для построения наклонных плоскостей эту опцию можно отключить. Специальный кронштейн фиксируется в нужном положении пользователем, что можно использовать для укладки плитки под углом 45 градусов и прочих действий. Две смены батареи емкостью 5000 мАч, каждая с цифровым дисплеем, который показывает остаток заряда в процентах от 0 до 100%. Такая комплектация позволяет заряжать одну батарею, пока используется другая. Следовательно, можно дольше работать с лазерным уровнем. Такое решение гарантирует хорошую автономность прибору. Есть опция автоотключения, которая способствует сохранению заряда аккумулятора. Комплектующие не самого крутого качества, но работают исправно и пользоваться ими можно смело. А теперь давайте слегка протестируем нивелир. Регулировка с пульта у нас самая обычная.
Это вот включается верхняя ось, нижний лазер, верхний лазер, оба лазера. Второй кнопкой включается боковой лазер, боковые лазеры. Вот, один, второй отдельно и оба. Ну и толщина самого лазера, самого луча. Очки, забегая вперед, самые дешевые китайские. Работать с ними я бы, честно говоря, не стал бы. Если, конечно, нету никаких очков, и так сойдут, но лучше купить хорошие, хорошие китайские, чем плохие китайские. Все прекрасно работает. Луч виден. Луч работает корректно. Вот сейчас нивелир светит примерно на расстоянии 7 метров. У нас тонкий луч. Вот грубый луч. Тонкий луч, толстый луч. Или жирный и тонкий, как вам нравится. Тонкий луч, жирный луч. Луч на расстоянии 7 метров видно обалденно. Даже я скажу больше, чем на 7 метров его видно обалденно. Потому что на соседних гаражах его тоже очень хорошо видно. А сейчас луч светит на гаражи на расстоянии метров 10 и больше. Это тонкий луч, это толстый луч. Видно очень даже хорошо. А теперь давайте посмотрим, будут ли огрехи при повороте нашего нивелира. Поставим тонкую линию, а не жирную. Вот, допустим, у нас есть вот такой уголок, такой показатель. И так крутим. Так, еще раз сверяю, все ли хорошо. Да, отлично. Так. А ну-ка смотрим, будут огрехи? Нет, нормально. Нормально. Расстояние где-то 2 метра. Так, крутим дальше. Проверяем. Ну где-то миллиметр, наверное. Едем дальше. Это у нас 3. Нет, все нормально. Все отлично. И последний круг. Не круг получается, а 1/4. Отлично, идеально. Ну вот тут получается, есть буквально, может, миллиметр. Лазер дает чуть ниже. Или это мне так кажется? Ну вот мне кажется, что где-то вот буквально немножечко, еле-еле он дает ниже. На расстоянии, ну, 2 метра, немножко даже больше, чем 2 метра. Вот такой лазерный 4D нивелир у нас сегодня. Что скажете, как он вам? По моим тестам уровень показал себя отлично. Лазер видно четко и далеко. Управление элементарное, а комплектация просто вау. Пишите свое мнение в комментариях, я их все читаю. И подписывайтесь на мой второй канал Easy Master. Там я показываю разные самоделки для гаража и дома. Спасибо за просмотр, скоро увидимся.